Сегодня 27 мая, виноград Муромец, который посажен возле забора, возле металлической шпалеры, на шпалере которой расположен виноград Изабелла. Не перепутать его с другим Муромцем. Этот виноградный куст был посажен осенью. Вот, на данный момент посмотрим. Есть один побег, второй побег. И тут идет еще третий побег. Пусть они так и три растут, там дальше посмотрим. Может быть, вот этот и уберем его. Оставим только вот этих два. Не, наверное, быстрее всего. Не, все-таки оставим. Пусть растут три, там дальше посмотрим на их развитие. Вот.